Вонючий вихрёный продакшн представляет художественный фильм «В мокрую щель 2018». Прекрасный день, только я, может быть, немножко погорячился с едой. Юра, с усами вообще поехал. На дюрсо, я бы сказал. Все в хитрых манипуляций. Мы тремя разными гарнитурами общаемся вчетвером. Крикни, иди, в ляшин шлем что-нибудь. Погода отличная. Ехать 700 километров. Попа уже размята, размята. Впереди тучи. Это не повод надевать дождевик, ввиду того, что Георгия Николаевича один раз уже удолбало шлагбаумом. Серьезно? Да, да, да. Мы берем два транспондера. Мужчина, покажите ваш стропондер. Она не работает. Выезжайте в общую полосу. Выезжайте в общую полосу. Может быть, откроется, может быть, не откроется. Вот так вот, да? Ну, когда-нибудь он активируется. Или нет? Может, в шлем положить? Кому? Соответственно, мы с тобой вдвоем. Заехать, чтобы мы такое вот вдвоем, чтобы как одно целое. На Богучар. Так? И что, он не хочет? Она просто там открыла, а? А у нас не открылось. Вы спаривалки не натерли себе еще? Мы кончили, можно ехать. Уйди этого. Время дождевиков! Ум божественный, а? Потому что есть что? Прими свое исходное положение. Все вообще огонь. Команда «Золотой дождь»! Давайте дядю Юру вторым номером и по нему регулировать скорость. Первый. Хочешь первый ехать? Отлично, давай. Давай до моста доедем. До моста. Черный плащ, видитель темных сил, черный плащ. Black smoke and he appeared, master of... Что, совсем промах? А, ну, в этом, в ботинке стекает. Это нормально. Да вот, светло уже. Nobody knows for sure, but I got the analog. Here comes Shorty Blood. Boom! I get Gino Pampeta. Shorty Blood. You got Vita. Shorty Blood. Body Deep. Shorty Blood. Сейчас о том, как дядя Юра свой плащ отжарил. Вот так надо жарить плащ. Был у меня дождевик. Я думал, что я Рэмбо. Сначала он его жарил, а теперь он оттирает.
как вот на югах люди загорают, а потом так... У тебя хорошая, что совсем не мятая. Вообще, мне прям так комфортно. Лицо в клеточку. Попа ровненькая. Как ваш попа? Она отлично. Лучше, лучше, чем у тебя. Not looking back, eyes on the freeway.
a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Oh yeah, take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. У вас называется теплая вода? Сама не нашел там под коряга своей? Пока нет. Мистер модные плавки. Нормально. Ничего такого, можно положить его. Прыгай. Если что, продадим твой мотик. Давай кружочек сделаем.
Краснодар огонь. Спать охота, правда. И все музыку любят. Мы когда ночевали, там мужик говорит, жуки-олени водятся. Они очень редкие. Это уже не олень. Это так просто шарики из говна катают. Привет. Ну поехали, давайте. Добрый вечер. Здравия. С приездом. Поехали, я же на море хочу. Баб Гош, как дела? Чёртовы мотоциклисты, блин. С
ними даже плавки не одеть. Затащили меня. Какое-то клятое дюрсо. Ай! Одежду бросили. Водичка-то вообще. Под водой не снимай. Я только туда. Гоша давно снимаю. Кажется, потерял что-то. Ты снял? Не уверен. Это баги! Георг, исчезающие плавки! Набирай воздух туда. А я вас вижу. Сам шлем мою. Своим. Сам себе на лицо. Ох, это холостяцкая жизнь, от добра не доведет. Целебной водой, трусами, целебными. Грязь не пристанет. Не стирал от самой Москвы. Однажды я смотрел «Сыны анархии», и там они контрабандой на мотоциклах возили пистолеты. Лёша тоже смотрел эту серию, кажется. Арбузик у нас есть. И ребрышки. И ребрышки. Ребрышки – это святое. Туда. Эк, как вы туда попали? Щель. Большая, широченная щель, мокрая. Вот. Нет, это видео. У меня нет видео со щелью. Я что-то не уверен. Да, там, мне кажется, только мозги. Я так понимаю, все солдаты машины в связи составляют. А мы туда не поедем? Наверное, нет. Иди, посмотри дорогу. Блин, я даже не уверен, что я здесь проеду. Я думал, ты меня ловить будешь? Не-не, я тебя буду снимать.
Дальше еще не придумали. Дальше лучше? Дальше лучше. Вот и тут пусть остается ждать всех. Немножко наложил кирпичей. Немножко понравился тебе? Подожди. Да его ужас какой-то. Вася хочет ехать? Да. Слава богу. Может быть, тащите. Дуги у него есть? Не помню, где я ехал, но делай так же. Безумцу храбрых, поем мы песни. Главное не обосраться. Сейчас или потом? Во время. А, так ты ножной тормоз давишь. Ну, конечно. Я придавил. Нормально. А ручной бесполезно давить. Нет, не бесполезно. Надо просто, когда колесо блокируется, его отпускать. У нас с каждым годом все. Да. Дуги, говорю, у тебя есть. Да, беспокоиться короче, не о чем. Короче, совет. Да любовь. Итак, ножной. Кто-то меня держал, даже тормозить не надо было. Не знаю, я на нейтрале здесь скатывался, на тот случай, что если рука дрогнет за сцепление, я у нас под тебя выйдет на передачу. Ну, ближе к краю, иначе здесь, видишь, ступенька, карта будет. Давай вот здесь. Гош сказал, там камни не скользкие, беспокоиться не о чем. Да я на всякий случай снимаю. А вот так прям по краешку проедем, да и все. Да. Мы будем тебя просто держать, чтобы он не упал, и снимать назад. А ты уж сам рули. Все. Сейчас идеально проедем. Думаешь? Да, конечно. Давай. Лучше на нейтрале. Ну, потому что, если у тебя будет передача на сцеплении, рукой дернешь, мотик из-под тебя выскочит. Там, вроде, дальше с горочки только. Да, только с горочки спуститься, а дальше все нормально. Главное, задний поднять. Я не спускаю даже ногу с него. Сейчас меня. Ну, зато ты эффектно спустился. И... Yeah!
Вот это море. Давай, давай. Нечего тут фальстарт. Что угодно про этот день, но я жил с ней про просто. Как водичка? Отлично. Отдыхайся. Вот купай, вот любит. Никто из моря тебя не вынес, я помню такую фразу. Съездили на море. Ехали в понедельник пораньше. 28 градусов было. 28. Вот смотри. Ты тоже пришел пить? У меня даже не писается. О, уже 17,5. Чего? 17,5. Градусов вода. Мы с Гошей стараемся. Так я, пожалуй. Приехали, блин. Москвичи. На пляж. Сразу видно, что вода холодная. Офигенно. Полный сюр, конечно. Дядь Гоша, покажи свой пузырь. Пузырь наружу? Да не этот. Идеальное спальное место. С 5 бутылками вина. Настоящие бичи. Бичи, а вот и бомжи. Бичи-москвачи. Вот и бомжи. Как я с Женей бежал, наверное, чуваки просто угорали там, которые с музыкой. Да-да-да, они даже полумузыку выключили. Давайте. Подъемы и спуски. На море. О, да. На море. Один на море. При друзьях. С вами. Шкурку сними сначала. Да я пытаюсь. Будет лучше чувствовать. Да, к черту шкурку. Вот ты и попался, грязный извращенец. Пойдем, пойдем, посмотрим, как купаются наши друзья в этом чудесном теплом море. Вы видели дельфина, да? Сделайте это на камеру. Хорошее южное море. О, да.
Так, и теперь наш герой. Сразу видно море, потеплело. А сейчас уже до плюс 13 согрелось. О, вот Вася мой герой. Короче, голову запрокидывается, у тебя бороды какая. О, да. Все будет. Нет. Больше страсти. А будь на море. То, что надо. Гоша любит, когда по нему течет. Господи! Че, Леш, хорошо ли тебе на сиденье? Я почему? Че ты яишенкой запахло? Хорошо, что ты в шлёпках. Это два. Толкайте назад. Помогает нам. А волосики? Все, вот так, толкач как бешеный. Да. И он там в тенечке налево. Ох! Ой, стой. Ну, да, ведь толкнем тебя хоть чуть-чуть. Парень, не выйдут! Толкать надо! Да мы не догнали тебя вообще, бежали за тобой. И вот здесь вот даже и прямо. Да, вот туда прямо. Курточка упала, ну ладно. Налево уходи. И направо, на перешейку. Все, выехал.
на все это ссали. Вот так. Оп. Оп. Теперь помашите. Чем, чем? Уж не руками, конечно. А теперь на камеру. Передайте всем привет. Всем привет! Температура 15 градусов. 15 градусов. Температура моря в июле. Спасибо! Эй! Ковчег развалился! Покорители водоемов! Блин! Я туда попал? Да! Ой, ой! Моя корма в опасности! Дай сальто! Спасательный буй! Я игру придумал. Называется эрекция. Вы берете сап. Не-не, подожди, не трогай это место. Ставите его между ног. Отодвигайтесь назад. Вот так, вот так, вот так. Давай, давай, еще чуть-чуть. Боже мой! Ну-ка, давай. Как в 18. Давай, нет. Это возраст. Давай, давай еще. Надо как Гоша. У вас есть Оля, так каждый может. Отлично! Давайте! Опа! Ты победил Лёшу! Ну давай! Ну это же Оля! Ну! Оп!
Давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Давай, соберись. Погладь его там как-нибудь. Раскачку, да. Подумай обо мне. А тебе хорошо зашло. А тебе он нормально думает. Давай, давай, давай. Ой, красота какая. Вот и все. Просто подумать о друге. Вот об этом ты думал, да? Все готовы? Давайте, пошли. Скорей. Раз, два, три. Что вы можете сказать по этому поводу? Получилось. 1-1. Тогда 1-0. 3. Вот, молодец. А теперь трешечку. Прям готов метнуть. У нас соревнования. Итак, Клод Ван Джонсон. Не вошедший в фильм дубли. Какой-то скумбрия. Картошечка, лимончик, немножечко специй. Ой, такая. Вот туда он вылечит. Приятного аппетита, котики. Спасибо. We'll be right back.
вот это, ищем, где переночевать. А тут пляжа нету. Опять. Лечебный гейзер. И гейзер. Вулкан. Голубой. Мамонт. Поэтому задний тормоз, вот это все. Так мы на нейтралочке, что ли? Может, тебя подстраховать? Снимать. Никто даже не подскользнулся. У меня был один такой волнующий момент. Давай доверху. Я еще раз хочу сходиться. Перетолкал. Is there a place with sun all year round and pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I wanna stop this ongoing train before I lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place for another place. Oh, maybe all we difference. It's hard at this speed to see anything. Just tell me what you need and I'll listen. I'll listen. When we get there, we'll throw a big feast with pina colada. Мы его любят. Сейчас мы заставим ползти его выше. Ничего себе. Охота на черепаху началась. Вот они стоят. Очень не раздвигается. Ну, так надо поднажать. Может помочь.
виноградных выселок. Заклинатели дождя. А я тоже сейчас буду заклинать. Та-та-ра-та-та-та. Ребят, приехали по адресу. Голубая бухта. На Крымский мост и пытается не расплавиться, тот мы. Да. Себе тити, а потом друг друга здесь, мажут здесь мазни. И говорят: о, 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 пора тити ему мазать зеленой вот этой штукой. Не, тити нужно два человека, каждый тити. Это надо было приехать в Керчь, чтобы начать вот это вот. О, смотрите. Что, у меня чувствительные соски. В Краснодаре ты этому научился? Джентльмены не обсуждают такие вещи. О, ничего себе. Мы тут на обочинку немножко свернули и черпанули грязьки. Грязючки. Сначала он заказал кружку у глиномеса, а потом и самого глиномеса. Алексей, вы меня порадуете? О, да! Планировалось по шоссе ехать. Юр, а ты держишь передний тормоз? А у тебя просто переднее колесо не крутится? Осторожно, только не подскользнись.
Юра едет. Едет. Да, поехали, не спеша. Эти люди яйца собираются. Есть, бычьи. Ложечка салата. Начнем с бычьих. А потом придем за твоими. Обсасывать. Ты. У экрана. Ну давай. Давай. Покажи нам комнату. Удиви нас. Блин, ведро горохового супа. Нам все спать в одной комнате. На самом деле мы могли их направить, если бы Георг согласился. Гороховый. Друг к другу, так сказать. Плюс кондиционер все это будет перемешивать. Как, Алексей, вам яйца? Мне кажется, они очень горячие. Как вам супец, Георгий? Горячо. Готов в хлебе. В хлебе. Деревянной ложкой. И еще вон там сало. Сало жеванное в бабузины. Время двигать на Москву. Мы же в 9 встаем, в 12 выходим. А дядя Юра едет в Пятигорск. Подальше от вас педиков. К незнакомым педикам. К еще неизведанным. Да котик царапается так. Ну все, доброго пути, давай проваливай. Что в Москву приехал на блестящем мотоцикле, у которого ничего не отваливается. С прямой рамой. А вы знали, что седло на плюс 30 пахнет паленой жопой? Да, Катихов он оставил тут. О,
Все, давай, дорогой. Крымская грязь лечебная. Все, распаковываемся? Да, да, все, распаковываемся и в бар. И в бар. Нормальный. Где есть пиво, да. И все. Суровые байкеры, все в черном, ходят даже когда плюс 36. 36? В тени. В тени. Последний за гор ложись. Слышите шкварчание? Это наш сфинктер закипает. Я ничего не хотел сказать. Яйца закипают в море. Что вы вчера с Лешей сварили? Мы вчера с Лешей в море, в соленой водичке, в баре яичек сварили. Это яйца пашот. Да, мошонка пашот. Пашонка машот. Мошонки за пашок. Температура для поездки. Кто нашел место с бесплатными пончиками к каждому заказу, тот я. Сама ловили на, так сказать, природный поплавок. Кому-то, у кого-то сорвалось, потому что откусил. Сом? Ротика не хватило. Губы скользкие, так губы не натянуть. Скажи, что мы больше не ходили за Юрой. Юра поместил нас в отличное заведение. Если у кого проблемы с проходимостью пищи, то вообще решаются на раз. У всех. Мне кажется, можно даже не есть, просто заглянуть. Да, это было прям неприятненько.
Какое хорошее было зеркало. Такая хорошая была спинка. Удалось, я считаю, Евгений нас всех порадовал. У тебя нету ключа какого-то такого большого?
у вас большого ключа разводного. Ключа разводного нет случайно? Ключа разводного. Ключа нет большого разводного? Конец. Режиссер Георгий Плотников и Евгений Доронин. В ролях Евгений Протяжитель Цепи, Алексей Глубокий Кофр, Георгий Шерелас, Юрий Черный Плащ, Жан-Клод Ван Джонсон, Ольга Терпеливая. В эпизодах Эдуарда Второй. Сценарий Георгий Плотников. Монтаж Евгений Доронин. Операторы Каскадеры. Роли дублировали. Ехал, как старый байкер возвращался на кухню, у него был забит всякий подарок, там детишки увез он всякие, приезжайте, поехал в ночь. И разложился, короче, что-то ему попалось, там яма какая-то. Или такая же, как он сюда попался, когда мы рады прям пошел. Я такой, вот как мягонько, а сзади вот верхний кубик сюда не слышу. Сюда! В общем, разложился он и разлетел все, мой мотик упал, все, он потерял сознание. Приходит в себя, смотрит, все, мотик валяется, все разбросано, да, и начали окружать его гремлины дорожные, которые все это и построили. Ну, отползает к твоему мотоциклу, начинает собирать, ну, что-то найти, чтобы отбиваться от них. А у него там, ну, колокольчики какие-то валяются, он давай ими, короче, швыряться, звонить. Неподалеку также вот, отдыхали, тоже два байкера где-то ночевали, костра сидели. И слушают, звон какой-то на дороге происходит. Они подорвались, побежали, смотрят. Брат братишка их бутылек валяется на дороге, гремлины окружаются. Ну, они, конечно, пришли на помощь, ему отогнали всех злобных гремлинов. Ну, соответственно, он думает, блин, ну, ребята, все, спасибо, спасли меня. Давайте им что-то дам. Отрывает, короче, от своих кофров, вот храму отрезает. Продевает через колокольчик, говорит, держите вот вам колокольчики, потому что вы услышали меня благодаря им. И пришли мне на помощь. Так появилось. Агент, на мотоцикле на кого есть колокольчики, он защищает от дорожных гремлинов. И у кого есть такие колокольчики, к ним всегда должны прийти на помощь в любой ситуации. Колокольчик, подаренный другим байкерам, вдвойне защищает.
Георгий к нам колокольчик задарил. Вот. Тим же наше место. Наши колокольчики от гремлевых. Это не какие-то там китайские шестяные. Настоящее. Новгородское литье. С Валдая.